Так, все, стрим запустил. Сорян. Да, ребят, всех приветствую, кто смотрит на Ютубе. Сорян, что там задержку. Там был мега крутой матч. Просто, как говорится, одно удовольствие было его смотреть. 700. Так, все, все, я тут. Да, ну там, конечно, так. Лютая у них игра была. Так, а чем Бадгер же вначале, да? Да, вроде. О, давай, поехали, будем сейчас. Так, смотри, мы же что-то поменять сегодня хотели, да? Ты на Леопарде хотел что-то сыграть? А потом на... Ты же хотел этот... ну, по боям скажу, исправит. Ты же хотел на Леопарде играть, да? А потом на СТБ. Да, да, я хотел Леопард откатать вместо СТБ. А я с СТБ-то СП-2 возьму. Попробуем, посмотрим. Давай. Что-то ебар дико едет куда-то. Хорош. Дима, телефон выключил сегодня? Какой телефон? А ты вчера говорил, телефон выключишь на тренировке, чтобы тебя не беспокоили. Да, я убрал и все. В окно сразу же выкинул. Не, я не буду ничего открывать вообще это, потому что, ну, надо. Ну, хотя Вазик кусту две тычки дал по мне, КД. Понял. Дим, смотри, чтобы они не пушонули сейчас на нас двоих. Ах ты ж падла. А я ж тебе говорил. Да. Да я помню, но я не думал, что он так прокинет. Еще на кумулях, зараза. Хорош. По-моему, шот не остался. Ха, отлично вообще. Они тебя что-то вообще сыграют. Я доберу. А, рикошет, понял. Не все аккуратно. Себе КД, по-моему, КД. Уходи, там я танкую их. Я бахаю. Там... А, паттен КД. Паттен заберу. Я пошел Мауса, короче, фигарить. Если успею. А, понял. Ну я дал ему барабан, какой-то конченый бой. Ракета не кидала вас? Не, нормально у нас по очкам выходит. Да, я сейчас арту пойду. Еще можем доиграть. Да, да, плюс. Бля, не пробился. А, броня не пробита, как так? Да. Нормально, 18. А, у меня еще блайнд был. У меня тоже блайнд по 28 еще. Марк, спасибо, сейчас все зачитаю. Я, короче, умер у себя на фланге. Скорее всего, я отразить сыграл. Понял. Ничего страшного. Ну у меня тут союзники отвратительные, еще вдобавок, блядь. У нас Маус какой-то просто вперед едет, отдается, Дим. Надо коня убить. Да я пытаюсь, не могу попасть в эту залупу ему. Рикошеты, рикошеты сплошные. Я, короче, назад хочу. Давай. Хорош. Ну ты его убьешь, короче, да, со временем? Не знаю, ну сейчас он поехал. Сейчас чекну. Я выжил у себя. Красава, лучший. Хорош. Там леопард кидает справа еще. Блин, не попал. Да я понимаю, там еще там куча стек справа кидает. Их очень много на миду. Выходит.
Может через здесь пропушить, кстати. Они убили Е3-го. Паш, успей в жопу накидать. Бабаха в углу, короче, стоит. Отлично. Рога минус 2. Он пустой, по идее, Дим. Он там не упадет, он там не упадет. На катку поставил. Отлично. Он был фуллово, дал тебя втычку и сдох полностью. Да. И бабаха молодец, они все молодцы. Идем, Крит молодец в этом бою. Это вообще четко. Ну там мы ловушку джокерами сделали, короче. Ждем, вот такой с Пашком пошел, блядь, нагибать, блядь. Хуяк, ваншот. А, там бабаха полторухи, на. Все. Смотри, они от тебя все ко мне приехали. Ну, и такие там. Они такие, там, тычку, они там такие, там пиздец, блядь. А тут не буду, да? Пойдем психует, блядь. Воздух уверит. Я ему нервоз. Капец, Диман, ты красавчик, 3500 уже, вот так, давай. Нервоз ему поднял, блядь, педалоги. Ну тут снизу что-то пошло добро куда-то. Ну я сейчас кричать буду, я их, по идее, сейчас соло закрою. Броня не пробита. А у меня такое подпушили, что-то быкует вроде. Я тут на тайпе поживился. Просто бонус кодик для меня. Я тебе могу помочь, кстати, если что. Ща, я еду. Конец, забирай четвертого. А. Иди конец, забери. Откатывайся на мою сторону. Давай. Че это было? Шкода минус раз. Нет, 5 секунд. Поехали, давай. Просто поехали. Сейчас Шкода еще две палки даст, остается на кону. А, ты так даже. Не один снаряд. Окей, сейчас мы его басым. Может налево сразу же поворачивать. Я его в жопу каким-то раком пробил. Нет, он направо поехал. Бля, я бы сказал, что лучше, сука. Я один снаряд. Я понимаю, нет. Я подопру его. Давай. Ебать. Блин, главное, чтобы он тебя не убил. А, я мне не хватит альфа, чтобы птичку его забрать. Пиздец, я долбоёб, сори. Нормально. Ой, блядь, такой бой запорол. Здесь же ещё можно было давать. Ну я до этого почему-то жопу не пробил. Ты должен был. Не, у нас львом. Да, в любом случае хорошо будет. Да нет, как мясо, блядь, поехал. Типа, ай, поехали, пизда нему. На КД надо было раньше уйти, через верх выйти аккуратно и дать ему два шота и все. Кто знает, мафия с левшой, все выпуски все отсняты?
Ну, в смысле, мы за два дня турнир играли, отсняли, сейчас выкладываем. Попробуй, можешь коду успеть добрать. Не, ну в любом случае, 19к это хороший бой. Да. Но она не хочет у него умирать, она умрет. А нет, попал. Я пойду, короче, сейчас просто к Маусу приеду, буду в упорах. Ах, подожди, подожди, мы не можем просто заходить убить? Ну, один с часа просто отцеливался. Поехали, поехали, Дим. И все. Я еще верхнего трахну, а нижних, чтобы вы фармили. Да не, просто 11 часов стрим, 10 часов, 11 час, 1, блядь. Пока приехал, все сдохло нахер. Он КД 27. Просто выхожу чифа убиваю, если успею. Пиздец, я меня пробил. В землю? Не, не пробил просто. Я тоже грили, не пробил. Грили, вот тут стоит. Откуда? Передо мной? Вот он где-то, там где-то. О, ебра нашел. Ну. Подал. Или справа, возле воды. Да, да, он прям в воде это стоит. Ну, сорян, сам. Я вообще бы еще не пошел. Ну, мне так гриль кажется. КД, гриль КД. Не знаю, тут что-то. Да, даже по-моему, не были. Попал. Ну, Сибр что-то еще катается какой-то. Восемь-семь закатывает. Саня Бонни просто-напросто. Сейчас я доеду, начнет мид умирать. А. Мантикора тут стояла, чекала. Блин, Паша, с меня может ли он влететь? Надо будет помощь твоя. Да, Фошек стоит. Ага, на голде. Вот. Интересно, куда мота уехала вообще? Дернул мышкой нахуй, ёбаный рот. А, фотшотный. Гриль фуловый. Да боже, даже призриться не успел. Я успел на фугас переключить. Хорош. Да, блять, ебаный я. Ну что, понимали, я просто 1500 урон только что не додал. Просто, мать его, 1500 урон не додал. Не попал в мантикору, блять, рука дрогнула. Рука дрогнула, как ну, я реально. Да, да, да. Нет, это, короче, я просто еще дернулся этот. Ты нормально их принимаешь или? Да, да, я. Вот этих я принимаю, как раз смотрю в лицо. Средним там много их очень за поворотом. Жестко.
Просто фу полностью вжат в горку. Точка прямая. Можем же тащить, да? Да, тут у них 12, а у нас 4. Да ебаный ты шот, блядь. Смотри, ты стой перед тобой. Сейчас главное, чтобы тебя рта не пробила в жопу. Слава яйца. Сзади базе, кстати, смотри. И он тебя кидает шот. Тут Грей еще приехал. Ну, скажи так, мне лучше в замес ездить, даже на этом танке. Ну, потому что я простоял первые 3 минуты боя вообще. Просто, ну, не в кого стрелять. Я кажется, знаю, там... что все залетело, все, что можно было, мне пробило. В замес, может быть. 15-900 мы отыграли. Ну, у меня, короче, на СП-2 3754. Еще на коне вообще все плохо вышло. Бадгер 3627. Сколько у тебя на коне? А я не могу посмотреть, у меня сессионка, я еще на коне до этого играл, до вас. Ну тут, смотри, бой 2400, 4200, 1900, 4800, 1500. Да-да, охотник мне какие-то. Выглядит это в районе трешечки. Так, ну что, у нас тогда завтра мы... Ну, короче, к 20.00 у нас готовность будет, там чуть раньше, без 10. Но, скорее всего, завтра будет так, что одна команда играет, потом мы играем. Значит, мы можем позже начать. Скорее всего, так было, потому что сегодня как получилось с командой Инспир и Шотник, это вообще, конечно, хуйня. Они стримят 5-6 боев, у них онлайн вообще там 300 человек, 200, там что-то такое, блядь. Потому что другой матч был интересный. Вот. Как-то так. Ладно, спасибо за тренинг. Спасибо за бои. Завтра... Да, ребят, давайте завтра до завтра. Будем побеждать Джо. Отсыпайтесь, набирайте сил. Пока-пока. Да, все, пока. Давайте, пока. Так, ну чё, в принципе, плюс-минус тренинг нормально дошла. Улувату, спасибо за здорово, левша. Может слышать свое мнение, как взвод из 3 десятков может сделать 6к очков. У Толика вообще было 5к. Разве это справедливо? Просто тупейший баланс карты и рандом в игре. Ну, не ищи идеально баланс там, где его нет. Потому что мне ничего добавить. Я 11 часов сегодня отстримил. Я настримился сегодня. Я наболтался. Так, ну что, спасибо всем, кто смотрел, ребят. Завтра на Ютубе стрима не будет, потому что мы играем вечером. Завтра просто на Ютубе, может, выложу сегодняшние игры, которые были. Или одну выложу, посмотрим. Вот, и увидимся мы с вами завтра. Жду всех на Трово. Ссылки все в описании. Подписывайтесь. Вот, кто на Трово смотрит, конечно же, участвуйте в розыгрыше, который там бывает постоянно. Вот, на телеграм-канал подписывайтесь. Сегодня, кстати, вышла «Мафия с левшой. Новая игра», 10-я, очень интересная. «Мафия с левшой» канал называется, или ссылка в описании на Ютубе. Вот, что еще есть такого? Ну, все, в принципе, да.